bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Привет, Вишенька. Бля, вы бы видели, ребят, как Вишня, блядь, какое платье нахуй выбрала. Вот с таким вот разрезом. Ну, я имею в виду... Декольте, значит, у нее тут соски видно, вот так вот. Я в ахуе, я думаю, блядь, нихуя себе, именинница будет хуже выглядеть, чем гостья на этом, на дне рождения, представляете? Сегодня пошла, значит, за платьем, ничего, блядь, не нашла. Блять, походу у нас это Вишенька будет на 8 февраля именинницей. Короче, ходила сегодня по магазинам, повыбирала себе платье, думала, что что-то найду, и в итоге ничего не нашла. Класс, класс, крутышка. Да, короче, ходила сегодня по магазину, купила топик вот такой вот. Как вам? Такой вот, не, он обычный топик, на самом деле, просто у меня не было именно топиков таких длинных, майк, вот таких вот, чтобы живот закрывало. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы, все это на сайте Apex. А то у меня, бля, пузо нахуй выросло, нормально, конкретное такое пузямба выросло, и этот, я решила закрыться, вот, потому что вот эти топы, какие нынешние делают, они делают их, блядь, вот такими нахуй, вот такие, а я не люблю такие, у меня пузо, типа, поняли, вот так закрыли, бим-бим-бим, только белый купила, только у меня нет таких тизи. Ой, давай, блядь, не рассказывай, давай, дорогуша, не рассказывай, подожди, стоп, ты же меня видела с сиськами уже, или нет? А ты видела мои сиськи, да? Ну ты отекшие, наверное, видела, а голые прям ты видела? Или нет? Ты голые сиськи мои видела? Чё, да, блядь, я у Вишенки спрашиваю. Аня! Опачки, а вот это вот мы потом обсудим. Нет, Аня, ты их голыми видела или нет? Так твои сиськи все видели? Да не все. Мы не видели, пруфы нам. Нет. Так твои сиськи кто-то такой не видит. Голыми не видела? Не повезло. Бля, я думала, ты их голыми видела. Покажи свое сердце. Туть. Бля, как ты можешь не помнить, кто твои сиськи голые видел, ты еще ебанутая? В смысле, ну, девочкам я большинству все всем показываю. Ну, типа, это же нормально, нет? Ну, типа, мы когда виделись там, они такие, типа, покажи сиськи. Я такая, вот. И они такие, о. Ну, это чисто женское, это, блядь. В смысле, у вас так же, типа, мне кажется, если, ну, среди мальчиков вы там идете в сауну. И такие, типа, ну, давайте показывайте. Нет? Ладно. Ладно. Не, на самом деле, когда... Не, мы не показываем друг другу там сиськи в обычном случае. Ну, просто как, когда операция, ну, хочется посмотреть, потрогать там, узнать. Ну, вдруг, типа, да-да, нет-нет, хочется поделать. Так мальчики тоже видели, все не скромничают. Не, да не, все, хватит.